Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я на выставке фиалок. Прозрачная лазурь. Ох, красота. Вон она, прозрачная лазурь. Видите, вон. Вот. Нарвская, станция метро Нарвская. Кировский универмаг. Все вам покажу. Смотрите, какая лего-латте. Летучий корабль. Королевский сапфир. Не видно под названием. Но мы сейчас посмотрим. Сейчас аккуратненько. Ага. Так вот. Название спрашиваете, вот это складываю потихоньку. Хорошо. А вот это вот розовенькая красотка. Так, это у нас Персифона. Персифона? Да, Персифона. Ой, что-то у нее такое зелененькое внутри. Да, да, вот поэтому она Персифона, богиня подземного царства. Ага, а как? Вот Медея не выставила. Сейчас мы собрали листы. Персифона. Вот это шикарно. Очень крупный, хороший, говорит, розетка. Компактная, красивая. Ну, места маловато, поэтому так она. Да. Танцы на углях. Это майский мед. Ой, это у меня такой есть майский мед. Да. Бархатцы. Так, посмотрите, какая, да? Очень красивая. Я тут таких красоток напокупала снова. О, вот она, Полина Виардо, интересно. У них еще листья регатные. Куин же. Здесь очень много растений, самих вот крупных, взрослых продаются. Ага, очень красивая. И она еще, вот она уже расцвела, вот видите, обратите внимание, по краю лепестка идет венозный рисунок. Вот здесь. А, вот, да, когда да. Распускается. Это она уже прям совсем в распуске. Ага. А все иногда вижу, получается да. С нее уже спор. Когда она закрученная, вот просто в хлам. Волна прям такая, как будто бы... Обалденно. Ришелье прям вот пена. Ага. Очень красивая. Плотная, да. Угу. А это вот совсем взрослая, да? Где? Ну, вот это растение. Это которое... взрослое. Я ее не продаю, но, может быть, на следующей выставке я не буду. Через выставку буду. Ага, понятно. Пасынки. Угу. Но не с этого, с другого растения. Угу. Ясно. Я все-таки подожду, чтобы расцвели. Угу. Да, потому что вот я говорю, они дают иногда такие интересные фокусы, приятные. Да, это всегда интересно. Вот что я какие-то уже знаю сорта, я стараюсь довести до цветения. Угу. Ясно, спасибо. Так, это у нас фуксия по 250 рублей, 5 штук, 1000 рублей. Очень красиво. Это глоксиния? Да, это глоксиния. 500 рублей растение. Ой, какая красотка. Очень красивая. Так. Ой, вот это растение продается. Никсенец. Вот. 500 рублей. Очень красивая. А это тоже растение продается. 700 рублей. Антарктида. Антарктида. Яка. Антарктида. Это 450 рублей растение. Харакири.
Сливочные конфеты. Ну, это лист. Агат розовый. Вот нравится мне агат. Тоже лист. Авантюра. Какая красота. Принцесса цирка. Шура-мура. Вата Шура-мура. Ну, надо же. Ой, ну вот это сама нежнятина. Глазастик такой. Так, тут не указано некоторые. Так, а это у нас красотка Шопен. Это Шопен. Так, это бронзовый век. Люкс. Знаете, какая махровая, прям такими рюшами. Наташа. Очень красивая. Магия утра. Есть магия неба, фиалочка. Это магия утра. Это у нас матрица. А, вот это магия утра. Химера. 1000 рублей. Эйва. Тоже интересненькая такая. 10 названий я. Так, это волна драгоценность. Надо же. Вот растение продается. Боже, какая тут пестра. Пестра цветковость. 350 рублей. Тут и, смотрите, и фукси, и зеленые, и белые, и розовые. Надо же. Так, Катерина. Вот у меня есть Катерина. Растение 700 рублей. Боже, какая красота. Красный тюльпан. Очень красивый. Так, тут по-английски, поэтому я не решаюсь назвать еще неправильно. Белый медведь. Белый медведь. Ледяной дождь. Растение 600 рублей. Посмотрите, а. Шикарно. Это у нас линкс-серия. Ой, я еще сейчас прочитаю. Ну, вот 600 рублей, также растения. Очень красивые. А это 500 рублей растения. Бридл. Читаем. Коверкать не хочу. Так, Катюша показывала. Лилон Лила. Вот у меня такой есть тоже. Такая, такой сорт. Шедевр кондитера. Да. Голубой небосвод. Вот у меня есть голубой небосвод. Покупала на прошлой выставке. Так, это у нас... Ага, вот он какой крупный. NKXXL. Новая волна. Огни Бродвея. Ой, какой красивый цветок. И вот это... Розовая мечта. Не, ну вот это, конечно, красный тюльпан. Так, византийскую розу я показала. По-моему, пропустила. Ну вот это красный тюльпан. Обалденный. Мальдивский риф. Ну, вот это, конечно, шикарно. Голубой небосвод. Вы посмотрите, какие цветы огроменные. Так, это у нас дикий виноград. ЛЕ. ЛФ. Ваниль. Очень красивая. Вата Лиса. СВ. Город Байконур. Ален. Ален 47А. Франческо. РМ Франческо. ПТ Принцесса. Ясмин. Так, я вам отправила сообщение. Вы меня добавите, если какие-то вопросы будете, тогда мне напишите. Хорошо? Очень красиво. Да, пожалуйста. Ват Ливень. Радомира. ПТ Радомира. Ле Ренессанс.
Это Злата Скифов. Ну вот, я хоть посмотрела, а то все смотрю. А, по фоткам. Злата Скифов. На фотке там больше желтого, но здесь как бы меньше. Видите, здесь совсем чуть-чуть. Такие небольшие всполохи. Боже мой, такая красоточка. Сколько вот... И вот деточек. Сколько деточек. Вот розовый, агат розовый. Вот красивый. Клюквенный суфле. Это просто фотографию покажу, где вот деточки, которые здесь цветут. Венский штрудель. Дон Жуан. А, Дон Жуан, он смотрится красивее. Тут как-то он, ну, не во всей красе лично, по мне, фотография как-то, мне кажется. Но он, ну, они все шикарные. Ой, нарцисс какой. Именно вот по фотографиям. Бурлеск. Зиночка. Красивая Зиночка. Одуванчик, посмотрите. Вот интересный, да, как он. Ликование весны. Сейчас мы. Магия неба. Это есть такой сорт. Метагалактика тоже присутствует. Ну, какое. Желтая роза. Ой, треволк это уже не держим. Главное, визитов нету. Сладкий он не взяла. Мечта хомяка. Какая прелесть. Я имею в виду название. Мечта хомяка. Поющие пески. Это, наверное, новинка 600 рублей. Это такие цветы. Интересно. Чудо-юдо. Вот дурман сладкий у меня дал деточку 350 рублей. По сорту, кстати, вот красавец. Вы знаете, нет, у меня был... Это очень красивый золотой фазан. Анталия. Дурман любви. Какой. Посмотрите. Очень красиво. Иван Дженко у Наташи. Нет. Ну, может, сегодня нету, а дома есть. Ой, слушайте, сама уже хочу его быстрее. Вот волшебный тюльпан очень красивый. Красный тюльпан. Вот он, дурман сладкий. Очень красивый. Юная царица. Тропикана. А это полет Валькирия. Седой граф. Самурай. Очень красивый. Яблочный зефир. Какой вам вот? Или нижний нельзя? Почему это? Она у меня после пересадки вся свеженькая. Тропиканка. А тогда оборвали дома сушки. Город Байконур. Бриллиант Тиффани. Ну вот это тюльпан красный, а? Обалденный. Так. Это стриптокарпусы. Так, 800 рублей куст. О, вот это да, соблазн. Растения продаются 500 рублей. Вот это да, вот это соблазн. Тоже растения продаются 600 рублей. Так, я вам 600. А вот это. Я ее когда увидела, ну фиалка. Нет, не фиалка.
Так, цыганская свадьба. Это фиалочка. Это у нас полный восторг. Стартер. Уссури. Вот он, уссури. Обалдеть. А мне еще одна есть. А что такое нежное? Тыкста. Калипсо Ривер. Мист Калипсо. 500 рублей растение. Что такое красивое? Невероятно красивое, да? Она красотка, у меня такая есть. Ливадия. Ливадия. НД. Ливадия. Это вот как раз селекционер, который вот сейчас вот продает растения на выставке. Сегодня первый день выставки. И по 13-е авантюра. Моя умничка. Боже, какая умничка. Кармела. Ой, посмотрите. Все хочется. Это растение. Шестьсот рублей. Пятьсот рублей растение. Кремовый десерт. Вот это просто космос, конечно. Просто космос. Роскошная жизнь. Город Байконур. Это... А, я уже показывала, да. Бриллиант Тиффани. Ну вот, колокольчики. Я в восторге, конечно. Я в восторге. Ну вот это Ливадия. Это что-то с чем-то. Так. Так. Это вот деточки. Тут. Я показываю, вдруг кому-то, знаете, приглянется какой-нибудь сорт. Вы захотите приобрести. Ну, какая интересная. Очень, очень, даже очень. Я вот ищу голубого дракона. Нету, не попадается мне. О! А, просто листик. Я посмотрю сейчас. Да, листик укорененный. Вот это вот очень красиво. Голубой дракон. Вот. Я ищу. Здесь, к сожалению, не везде видно название. Поэтому... Так, у этого продавца есть сайт. Там можно заказать и прийти на выставку, забрать растения и оплатить. Клёст такой красивый. Букет оригами. Я сегодня колокольчиков набрала. Пасмурный декабрь. Очень красивая орхидея. Ой, орхидея, вы извините. Кто меня смотрит, тот знает. Я и по орхидеям тоже. Поэтому фиалочки, конечно, шикарные. Это что-то и морской бриз. Мадам Бавари. Солнышко трейлер. Фламандия трейлер. Валюшка.
Ой, какие красивые. Морской волк вот у меня есть. Он очень красив. Буря эмоций. Полина Виардо. 250 определенный посыл. А? 250 рублей. Мне тут по 250 в основном. Богиня Солнца. Вот я все время на нее посматриваю. Очень она мне нравится. Вот этот сорт. К сожалению, я вживую его не видела. Тоже говорят, очень красивые вот эти вот колокольчики. Цветун. Так, это трейлеры. Это мини. Ой, какие колокольчики. Нейтири. Обалдеть. Да. Тоже мини. Очень красивые. Вот сердце матери. Смотрите. Хрустальный водопад. Голубой поток. Трейлер. Как я люблю колокольчики. Синий трейлер. Это у нас золотой гребешок. Так, это вот сердце матери. Да, крупноцветковый. Византийская роза, лирита. Ого. Вот это, да, лирита. А что, иначе он не прокрасится? Я так вздыхаю, потому что вот смотришь, и это хочется. Только поставить некуда. Метагалактика у меня есть, этот сорт. А вот поставить некуда. Лизлата. Сколько красоты. Лимон. Так, тоже видел в интернете. Огни Заполярья. Британия. РСО. Вот это тоже интересная филька. А, филька. Вот. Вот у меня подружка купила этого филька. Ну, такой красавец-то. А? Фея спорт. Очень красиво. А, это снежная красавица. Шалфей. Вот он, шалфей. Угу. Очень интересно. Я что-то про него забыла. Да, забыла про него. Про этот шалфей. Ой, даже суккулент-то есть. Посмотрите. Вот. Бегония. Ой, какая интересная. Посмотрите, какие листочки у этой бегонии. Очень интересная. Лист 900 рублей, укорененный 3000. Обалдеть. Посмотрите. Надо же. Я такой вообще в первый раз вижу. Что-то с чем-то, да? Это все бегония. Вот это да. Вот это сортов, да? Это калеусы. Это снова бегонии. Вот 1000 рублей. Такой, как колючка, да? Можно прям... Наша надежда очень красивая.
главное, визире люкс. Дарьям, влечением, дух воды. Веселый, радостный. Первоклашка. Заморская диковинка. Так, это у нас госпожа Метелица. Какой кучерявый. Тоже фиалка, да? Это фиалка? Пеларгония. А, это пеларгония. Ну надо же. Рыжий кут. Вот это есть детка, принцесса Жасмин Люкс. Ее стар. Очень красивая. Ян Минуэт. Фуксиевое кружево. Пеларгония. Ой, какие листочки интересные, как кленовый лист, да? Очень красивые. Шопен, мама дорогая, что же ты такой красавец? Шопен, вот это Шопен или Марс, растение 500 рублей. Невские зори. Так, легкий бриз. Актурис. Это Венеция. Ого, это растение 600 рублей стоит. Представляете? Такое еще поставить надо. Она больше по размеру, чем орхидея. Прошка. Еще раз повторю, я орхидеями занимаюсь. Невские зори. Так место занимает. Крис. Растение 500 рублей. Вот. Сатурн Элит. Это растение 600 рублей. Ого, Пальмира. Принцесса цирка. Нет, можно только листики, либо растения цирка. А листики сколько? Листики по 100. Вот это растение 500 рублей. Боже, я просто... Ох! Ух! Ого! Смотрите, как розочка. Так, растение 500 рублей. Джорджия. Лист 100 рублей. Обалдеть. Это свежесть. Одесситка. Спорт. Растение 500 рублей. Антарес. Ле Антарес. Это уже идут деточки. Деточки-красавицы. Хлопчик. Вот это мне нравится. Нет, вот. Фотоаппарат, сфотографируйте название тоже. Нету, да? Сейчас меня понесло на колокольчике. Любима. Нежна. Ночь нежна. Спорт. Не тире.
Это миниатюра. Миниатюрные фиалочки. Боже, такие маленькие. Такие холёные. Посмотрите, какой интересный лист. Фиалочки. Шикарные. Шикарные. Ой. Я сегодня просто в восхищении. Так, к другому пойдем. Элфе Гжель. Это у нас белая гвоздика. Вот здесь я в прошлый раз видела. Так-то Злата Скиф. Ой, какая красивая, да, вот вариация. А вот это. Хумака. Пломбир с черникой. Осенние георгины. Янтарная луна. НД Северная Пальмира. Спорт. Лилиана. Елизавета. Петергоф. Это растение продается 300 рублей. Это же интересно. Вузи какие. Смотрите, белые, зелененькие. Нибелунги. Вот богема. Нравится мне богема. Посмотрите, какое интересное сочетание, да? Белый с темным таким бордовым кантом. Хурма. Мама дорогая. Аве. Богиня солнца. Полет валькирии. Так, просто космос. Да, это просто космос. Новая жизнь. Не, ну вот это. Люблю такие. Ну, у меня, похоже, есть. Мне надо что-то красненькое, что-то на смену. Но у меня все время получается все синие. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, белая гвоздика, что зашли на мой канал. Те, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии, хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желаний, чтобы все-все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Ну и мирного неба над головой, дружба между народами, уважение, взаимопонимание между разной верой и исповеданием. Всегда новых встреч, до свидания.